Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 200. С помощью десятичных дробей вырезайте. Воспользуемся подсказкой и образцом, который был в номере 199. Нам надо выразить в метрах сантиметры. 1 сантиметр – это 1 сотая метров. А теперь будем выражать. 53 сантиметра – это 53 сотых метра. Или в виде десятичной дроби 0,53 сотых. 4 метра 67 сантиметров – это 4 метра и 67 сотых метра. То есть это 4 целых метра и еще 67 сотых метра. 4,67 сотых метра выражаем в виде десятичной дроби 4,67 сотых метра. 277 сантиметров. 277 сантиметров – это 2 метра, 200 метров – это 200 сантиметров – это 2 метра. И еще 77 сантиметров. А теперь выражаем в метрах. Это 2,77 сотых метра. Сантиметры выражаем в метрах. А так как 1 сантиметр – 1 сотая, 77 сантиметров – это 77 сотых метра. То есть будет 2,77 сотых метра. И 304 сантиметра. 300 сантиметров – это 3 метра. И еще 4 сантиметра. То есть это 3,4 сантиметра – это 4 сотых метра. То есть получаем 3,4 сотых метра. Б. Надо выразить в килограммах граммы. И опять, давайте посмотрим. 1 грамм. Какую часть килограмма составляет? В одном килограмме 1000 грамм. Значит, 1 грамм – это 1/1000 килограмма. А теперь давайте выражать. 2 килограмма – 255 граммов. Это равно 2,255 граммов надо выразить в килограммы. Это 255 тысячных килограммов. В виде десятичной дроби 2,255 тысячных. 350 грамм. Это 350 тысячных килограмма. Ноль целых 350 тысячных килограмма. Или если сократить на 10, 350 тысячных будет 35 сотых. И можно тогда записать в виде десятичной дроби как 0,35 сотых килограмма. И 1470 грамм. 1470 грамм – это 1 килограмм. 470 грамм.
это равно 1,470 килограмма. Можно сразу сократить на 10, получаем 1,47 килограмма. Или в виде десятичной дроби 1,47. И В надо выразить в тоннах, килограммы. 1 килограмм – это 1/1000 тонны, так как в одной тонне 1000 килограмм. Значит, 1 тонна и 255 килограммов – это 1,255 тонны в виде десятичной дроби 1,255. 678 килограммов. 678 килограммов это 678 тысячных тонны в виде десятичной дроби 0,678. И 2034 килограмма. А это 2 тонны. 34 килограмма равно 2,34 тонны в виде десятичной дроби 2,34, три знака после запятой должно быть, тонны. Мы с вами сделали номер 200. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.